Коррупция. Хищение из бюджета. Личные интересы. Откаты. Взятки. У нас хватит политической воли, чтобы противодействовать коррупции, которая мешает развитию государства. Садыр Джапаров, президент Кыргызской Республики. Нет коррупции. Задержан ректор Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта по факту вымогательства, сообщает Госкомитет нацбезопасности. По данным комитета, был выявлен факт вымогательства со стороны ректора денежных средств в размере 100 тысяч сомов. Установлено, что ректор академии требовал сумму за продление права договора аренды государственного имущества помещения, находящегося в здании Академии физкультуры и спорта по адресу Бишкек, улица Хунбаева, дом 97. 4 июля этого года по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны с поличным при получении части денежных средств в размере $1000 ректор, а также преподаватели, выступившие в роли посредников при передаче денежных средств. Задержанные лица водворены в ВВС ГУВД Бишкека. В настоящее время ведется следствие. У нас хватит политической воли, чтобы противодействовать коррупции, которая мешает развитию государства. Садыр Джапаров, президент Кыргызской Республики. Нет коррупции.